Теперь ты меня слышишь? Или нет? Да, они должны были бы услышать меня прямо сейчас. Видишь, здесь есть зеленая штучка, указывающая на это. Все в порядке. Прежде чем я начну, есть ли у тебя какие-нибудь вопросы по поводу домашних заданий? Да, да. Так что да, многие люди путаются в этом вопросе. И идея заключается в том, что я могу быстро рассказать тебе об этом, прежде чем начну лекцию. Так что среднее значение ансамбля ясно не так ли? У тебя есть много траекторий, ты моделируешь многие из них одним и тем же способом, много траекторий, и берешь начальную точку. Конечно же, среднеквадратичное смещение имеет много точек, не так ли? Это зависит от того, сколько времени прошло в зависимости от времени. Если это твой временной промежуток, то ты берешь разницу между этими двумя значениями, делишь разницу в квадрате между этими двумя значениями, делишь квадрат. А эти два значения равны среднему квадрату. Вот и весь ансамбль, не так ли? Вместо того, чтобы делать это, ты также можешь предположить, что у тебя очень длинная траектория движения, не так ли? Ты можешь взять ту же разницу на этом участке траектории и на этом участке траектории или на этом участке траектории они как бы независимы, потому что движение является наугад. А ты ведь можешь снова усреднить свои показатели, не так ли? Ты справишься со всеми временными различиями. Ты будешь делать один шаг, два шага, три шага последовательно. Конечно, самый простой способ сделать это заключается в том, что если вдуматься, это равносильно тому, чтобы делать вот так. Ты дважды идешь по одной и той же траектории. А потом, если у тебя найдется время, давай назовем разницу в размере этой суммы хорошо. Итак, ты сдвигаешь эту цифру на определенную величину и берешь все различия между последовательными цифрами. Ты берешь разницу от этого к этому, от этого к этому, от этого к этому, а затем получаешь массив различий в расстоянии за определенный промежуток времени, пройденный по всей траектории. Таким образом, ты получаешь в качестве первого элемента, сколько я сместил после первой точки, когда прошло пять шагов, сколько я сместил после второй точки, после того, как прошло пять временных шагов. И ты как бы получаешь массив данных, берешь его квадрат и снова вычисляешь среднее значение. Я могу сказать, что в числовом выражении то, что ты делаешь, практически соответствует действительности. Так что TMST как функция, скажем, времени заключается в том, что я беру дискретное время здесь, а ты берешь первый набор элементов здесь, хорошо? А затем берешь и получаешь сдвиг между этими двумя элементами, равный t, хорошо? Ты, конечно, не можешь взять здесь последние элементы t, потому что тебе нужно сдвинуться на такую величину, и тогда у тебя не останется места на траектории. А затем ты берешь сдвинутую часть того же самого элемента. Это один и тот же массив данных. Вот один из них. Извини меня, но я мог бы это сделать. На это уходит в среднем много времени. И ты как бы берешь разницу между ними, а затем получаешь массив перемещений, не так ли? Для значения t берешь квадрат этого массива и берешь среднее значение и это только для одного значения t. Меняешь значение t, повторяешь его, меняешь значение t. Значение t равно нулю, это тот же самый массив. Ты получаешь смещение, равное нулю, не так ли? Значение t равно единице только тогда, когда ты перемещаешь их всего на один шаг. Тау и Т это какие-то обозначения только потому, что здесь осью является время, не так ли? А еще тау ⁇ это возможно разница во времени или наоборот, я думаю. Так что мне приходится использовать две переменные, чтобы не путать их друг с другом. Именно это и должно быть сделано в численном выражении. А также я понял, что мне постоянно присылают по электронной почте множество вопросов о домашних заданиях. Так что же у нас на сегодня? Вторник? Завтра во второй половине дня? Да, ровно завтра с часу дня до четырех, если тебе нужна помощь, ты можешь либо прийти ко мне в офис, либо присоединиться к увеличьте масштаб изображения. Хорошо, я буду, я постараюсь быть в основном онлайн, если тебе нужно, если у тебя возникнут какие-либо вопросы. Это ясно? Один вопрос. Или у тебя есть вопрос в чате? Да, я просто хотел спросить, не мог бы ты временно направить зум-камеру в сторону доски, так как мы все равно видим PowerPoint через общий доступ к экрану. Хорошо, давай я попробую, потому что соединение не работает. Я не знаю, видишь ли ты это, но я могу попробовать использовать вместо этого эту доску только вторую. На самом деле нет. Я могу попробовать писать здесь вместо этого, когда я пишу. Так что дай мне посмотреть. Спасибо тебе. Это не идеальный вариант. Мне это не нравится. Всего лишь второе место. Хорошо, я пишу там, а ты старайся заглянуть туда, когда я пишу. Так ли это лучше? Так будет лучше для всех. Хорошо, спасибо тебе. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы по домашним заданиям, прежде чем я начну? Все в порядке. Тогда мы можем начинать. Сегодня мы поговорим о мультипликативном шуме. Что такое мультипликативный шум? Если существует несколько источников шума, то что же такое шум в первую очередь? Вам это ясно? Прямо как тогда, когда я был ребенком. Я учусь на физическом факультете, и шум, как и любой другой специалист в области коммуникационных технологий, довольно понятен. Но ни физикам, ни специалистам по информатике не совсем ясно, что на самом деле представляет собой шум, присутствующий в каждой системе. Например, для движения частицы браунинга шум это термин случайной силы. В физике все, что колеблется, можно назвать шумом. Так что это может привести к некоторому замешательству. Здесь мы называем шумом тепловой шум в случае броуновской частицы, которая рассеивается вокруг. Что такое тепловой шум? Это случайные силы, действующие на частицу. Все в порядке. Но шум может быть вызван и другими причинами. Например, здесь, в разделе «Мультипликативный шум», вы увидите, что, например, коэффициент диффузии частицы может варьироваться в зависимости от того, где она находится. Это тоже своего рода еще один шум все в порядке. А вот еще что. Мы поместили эту картинку просто потому, что она была необычной. Это астрономическая фотография, а такие снимки очень важны, потому что все они являются источниками шума. Здесь шум может быть вызван усилением камеры или шумом света в глубоком небе, а также другими видами шумов камеры. Так что все это суммируется, и вы должны учитывать их все, а также то, как они на самом деле взаимодействуют друг с другом. Умножьте их количество. Вы понимаете разницу между мультипликативным и аддитивным действием. Аддитивное действие означает, что вы этого не делаете, вы можете рассмотреть все источники шума независимо друг от друга, чтобы оживить или смоделировать вашу систему или создать свой результат и как бы добавить их после этого. Вам это ясно? Мультипликативный шум так не работает. Ты должен подумать о том, как они взаимодействуют, найти решение и исправить свою проблему. Хорошо, чтобы понять это немного лучше, у нас есть что-то вроде примера. И здесь у нас есть частица, которая, как мы предполагаем, была в середине в самом начале. Хорошо? Это броуновская частица, как раз та самая, которую я представлял на лекции о броуновском движении. Хорошо? Все начинается с середины, и по прошествии определенного времени эта частица будет иметь гауссово распределение с сигмой отклонения. И мы обозначим это сигмой 1, которая связана с единицей t, то есть по прошествии определенного количества времени. Тебе это ясно? Эта частица будет немного отклоняться от центра в зависимости от того, сколько времени прошло. На самом деле это можно теоретически предсказать, используя уравнение Фокера-Планка, которое представляет собой дифференциальное уравнение, решая распределение вероятностей во времени как функцию времени. И если ты проверишь время немного позже, то увидишь, что в зависимости от времени это гауссово огибающее, представляющее распределение вероятности броуновской частицы после определенного количества шагов будет расширяться и расширяться с течением времени. Тебе все ясно? И ты заметишь, что даже если ты используешь сплошное граничное условие, периодическое граничное условие или даже не используешь никакого граничного условия, это не имеет значения. Ты можешь идти до бесконечности, и они будут выглядеть очень похожими. Единственное отличие состоит в том, что если у тебя есть граничное условие, которое ограничивает частицу оставаться в коробке, то интеграл от этих распределений вероятностей должен быть одинаковым на протяжении всего времени потому что вероятность оказаться в коробке, если она, во-первых, интеграл всегда должен быть равен единице. Хорошо, конечно, это именно тот результат, которого мы ожидаем. И в этом нет ничего удивительного, не так ли? Но что произойдет, если у нас есть частица с коэффициентом диффузии, что означает, что это распределение смещений, распределение шагов? Или, допустим, я использую случайную пешком, не так ли? Я делаю один шаг вправо, потом один шаг влево и повторяю это в течение долгого времени. И если мои шаги будут маленькими, так что это не будет выглядеть дискретно, то после большого количества шагов мое распределение тоже будет выглядеть примерно так, не так ли? И предположим, что по какой-то причине я не могу делать более широкие шаги в одном направлении, чем в другом. Может быть, я не знаю, как это называется по эту сторону решетки, или я не знаю какой-то другой причины. Все в порядке. Это происходит естественным образом в физике очень часто, и я приду к этому через некоторое время. Но теперь давайте предположим, что здесь у нас есть постоянный шум. Что мы имеем в виду под шумом? Что я имею в виду под словом шум? Это же сигма, не так ли? Что означает отклонение или да отклонение случайных шагов, которые я делаю на каждом временном шаге хорошо для частицы. Так что если сигма постоянно, то у меня нет ничего удивительного. По моим наблюдениям, через 10 секунд частица немного сместилась, а через 100 секунд, еще немного дальше. Вот эти вероятности, как вы видите, соответствуют друг другу. И если исходить из того, что она изначально находилась в центре, то очень вероятно, что она окажется в центре, потому что точка t равна нулю. То я если выпустить частицу из центра, распределение расширится. По прошествии очень долгого времени распределение стало довольно равномерным. Частица может находиться где угодно. Тебе это ясно? Почему? Ведь у нее нет предпочтительного направления, не так ли? С одинаковой вероятностью все может пойти в любом направлении. И в конечном итоге все может закончиться в любом месте с одинаковой вероятностью. И даже не имеет значения, есть ли у вас сплошное или периодическое граничное условие для этого случая. Это даст вам такую же вероятность. Вам это ясно? Все в порядке. Теперь предположим, что у нас есть мультипликативный шум. А это значит, что амплитуда моих шагов меняется в зависимости от x. Хорошо, это означает, что я на самом деле предпринимаю большие шаги, если я здесь, и делаю меньшие шаги, если я здесь. Ты понимаешь, в чем разница между этим и этим? Здесь я делаю то же самое распределение шагов, независимо от моего положения. Здесь амплитуда моего шага меняется в зависимости от того, где я нахожусь по моей координате x. Все в порядке. К чему это приводит практически? Да, но почему? Да, мне потребуется больше времени, чтобы перейти с одной стороны на другую, не так ли? Ты понимаешь разницу? Да. Так что мне потребуется больше времени, чтобы перейти с одной стороны на другую. Если я, кстати, здесь вычислю распределение, используя стандартный метод стохастического интегрирования. Так вот здесь нам нужно как бы объяснить, в чем заключаются различные виды реализации. Так что, когда мы берем стохастические интегралы, речь не обязательно должна идти только о перемещении брауновской частицы. Это может быть что угодно еще. У нас есть функция, и затем мы управляем ею с помощью шума, не так ли? И этот шум также влияет на эту функцию. Так что, если ты возьмешь этот интеграл, скажем так, в соответствии с тем моментом времени, когда мы берем значение функции в начале шага. In time, where Все в порядке. Это называется интеграл ито. Давай предположим, что это не очень точно, но допустим, что это функция времени, и я беру интеграл вот так, в соответствии с этим моментом, это и есть интеграл и то. Если я сделаю полшага, а затем возьму это значение функции, то это будет называться Стратоновичем. Это записано в файле. А если я возьму последний элемент, то это будет называться интегральным интегрированием антиту. И такого рода методы дают разные результаты и по-разному справляются с мультипликативным шумом. Конечно, физический смысл здесь заключается в том, что если мы возьмем стандартное интегрирование и тоу, то в любом случае меня это не удивит. Потому что если я буду медленнее с этой стороны, то это займет у меня больше времени. Пришло время перебраться на другую сторону. Это правильно? Действительно ли это интуитивно понятно? Если я буду делать меньшие шаги, то в какой-то степени приду сюда, и мне потребуется больше времени, чтобы перейти на другую сторону. И в результате я буду тратить на это больше времени. Однако в физических системах. В системах, когда вы включаете как температуру, так и коэффициенты диффузии, они действуют как бы независимо друг от друга. Температура является источником своего рода смещения частицы, не так ли? Однако на диффузию, на ступени, на распределение ступеней влияет не только температура, но и вязкость. Так что если это действительно имеет какое-то значение для физической системы, то отклонение происходит из завязкости или температуры. Почему? Потому что предположим, что мы хотим измерить силы в подобных средах. Как мне измерить силы стохастически? Как мне измерить силы для детерминированной системы? Давай скажем так. Я хочу получить зависимость силы удара от расстояния. Я хочу нанести это на карту. Что у меня есть? У меня есть траектория движения частицы, не так ли? У меня есть параметры вот здесь, в этой позиции x. И у меня есть скорость частиц вот здесь. Вот мои измеримые показатели. И я как бы вычисляю, что произойдет на следующем шаге. И я могу напрямую рассчитать силу, действующую на частицу в этом положении, потому что все детерминировано. В стохастических экспериментах мы не можем этого сделать. Что нам нужно сделать? Так это сделать что-то вроде этого. Вот и все. О, это было не очень умно с нашей стороны. Потому что каждый раз, когда моя частица достигает определенной точки в пространстве, на следующем шаге она оказывается в другом месте, не так ли? Потому что существуют случайные условия. Но что я могу сделать, так это проверять каждый раз, когда частица оказывалась, например, в определенной области пространства, очень маленькой области, и проверять, что произошло с перемещением частицы на следующем шаге. А я могу попытаться вычислить среднее значение этого показателя, и это даст мне силу, не так ли? По сути, в экспериментах это называется методом Дрейфа. Так что я примерно понимаю, каково среднее смещение. Вот что. И я говорю, что хорошо, сила, действующая на частицу, действует в этом направлении и с такой амплитудой, в зависимости от среднего смещения частицы. Вам это ясно? Однако, если мои шаги диффузии, амплитуда шагов изменяются вот так, то это не приведет к тому, что это даст мне фальшивая величина силы, которой на самом деле не существует. Тебе все ясно? Значит, так оно и есть, и в природе, если нет никаких сил и температура одинакова по всему пространству, распределение на самом деле будет таким же. Физическое распределение по-прежнему будет таким же. Даже если мое распределение шагов изменится из-за изменения вязкости или динамики жидкости, к чему я приду через два года. Все в порядке. Просто так. Но в каких условиях в природе коэффициент диффузии изменяется в пространстве без изменения температуры? Что может быть причиной этого? Или я могу перефразировать вопрос следующим образом. Что вызывает диффузию частиц внутри жидкой среды? что является источником вибрации частицы. А как же колебания частицы внутри этой жидкости? Ведь она сталкивается с другими молекулами, не так ли? А что еще может привести к асимметрии коэффициента диффузии в пространстве? Если пространство не является однородным, не так ли? Вот пример неоднородного пространства. Представьте себе сферическую броуновскую частицу внутри жидкой среды, не так ли? И она приближается к физической стене. Что же происходит? Да, у меня есть один вопрос. Я знаю, все в порядке. Что происходит, когда частица приближается к стене? Или еще один вопрос. Что происходит с молекулами жидкости, приближающимися к стене? А какие из них быстрее? А жидкость ⁇ это молекулы воды, которые находятся внутри объема или вблизи поверхности. Кто-нибудь проходил здесь какой-нибудь курс гидродинамики? Что-то в этом роде. В гидродинамике существует так называемое условие отсутствия скольжения, которое означает, что скорость жидкости не может быть положительной вблизи поверхности вдоль направления поверхности. Потому что здесь, если есть объем жидкости, который, если вода будет течь в этом направлении, то она будет иметь высокое трение с твердой поверхностью, а все молекулы будут неподвижны. Это, кстати, вовсе не означает, что эти частицы не имеют никакой скорости. Они все еще обладают большой скоростью в зависимости. В зависимости от степени свободы колебаний. Но если говорить об их поступательной степени свободы, то это означает, что молекула может иметь скорости в разных видах свободы, степенях свободы, не так ли? Она может двигаться в одном направлении. Молекула воздуха это, например, молекула воздуха и твердая молекула на этом дереве внутри молекулы, у них примерно одинаковые средние скорости. В чем же разница? Ведь у них одинаковая температура, не так ли? Но в чем же разница? А какая форма скорости отличается у молекул воздуха от молекулы твердого тела? Эта молекула в основном вибрирует. Это все еще происходит потому, что профиль потенциальной энергии удерживает ее в таком месте, что она не может двигаться. В то время как частица воздуха намного свободнее. Она может двигаться, потому что это не так, у нее нет такой упакованной решетчатой структуры или чего-то подобного. Так что она все время движется туда-сюда. Так что скорость это своего рода поступательное движение. И вот здесь, когда ты приближаешься к поверхности, молекулы жидкости, даже если они жидкие, действительно могут перемещаться. Степень свободы их перемещения действительно ограничена. В результате движения частиц ограничено, потому что именно эти частицы, эти большие частицы, движутся в результате столкновения молекул воды, не так ли? Это гидродинамическая проблема. Конечно, она очень сложна и даже трудно подается численному решению, но ее можно решить и аналитически. И люди доказали, что именно эти функции влияют на коэффициент диффузии частиц, когда они приближаются к поверхности. Частица с радиусом R, ты видишь, что если она приближается к поверхности значительно ближе, чем ее радиус, то это логарифмическая шкала, не так ли? Если она становится намного больше, чем если бы находилась далеко от поверхности, то никаких проблем не возникает. Коэффициенты диффузии, которые параллельны поверхности или перпендикулярны ей, равны друг другу. Но особенно если приближается очень близко к поверхности, приближается очень близко, то его коэффициент диффузии перпендикулярной поверхности резко уменьшается. Да, он приближается к нулю. А во-вторых, параллель также уменьшается, потому что даже в этом направлении частицы движутся меньше, потому что там молекулы жидкости сжимаются. Это хотя бы интуитивно понятно? Да, потому что это не то, о чем мы будем так сильно беспокоиться до конца жизни. В результате мы получаем производную коэффициента диффузии в зависимости от расстояния. А вот и результаты для различных типов радиусов частиц. Ты видишь, что по мере уменьшения радиуса частицы это влияет и на нее. Конечно, то же самое происходит, если изменить масштаб системы, но если учитывать одинаковые расстояния до поверхности. То на более мелкие частицы это влияет меньше, чем на более крупные частицы. Все в порядке. И в результате это также создает проблемы в экспериментах. Так вот, это экспериментальная установка, и именно об этом экспериментальном документе я сейчас расскажу. И это очень хорошо связано с мультипликативным шумом и моделированием, которое мы проводим. Я пытаюсь создать здесь интуитивный фон. Почему нас это так волнует? Потому что это имеет непосредственное отношение к экспериментам. Все в порядке. Итак, вот что мы имеем. У нас есть микроскопия полного внутреннего отражения. Об этом тебе не нужно ничего знать. Я просто объясню это двумя предложениями. На эту поверхность направляется лазерный луч, и угол его наклона таков, что здесь высокий показатель преломления, а это жидкая среда. Это стекло, так что оно как бы отражает свет. Это происходит на самом деле. Дело в том, что в оптике существует определенный порог угла наклона. Если при более высоком угле отражения показатель отражения снижается, то получается как бы полное внутреннее отражение. Но вот чему мы не учимся в линейной оптике, так это тому, что на самом деле на другой стороне есть электрические экспоненциально затухающие стационарные волны, которые на самом деле не имеют размножаются, но они есть. А частица, если здесь есть частица, может взаимодействовать с этими огнями, рассеивать эти волны, и их можно обнаружить. И с помощью этого метода вы действительно можете очень точно измерить с помощью лазерного луча расстояние частицы, маленькой частицы от поверхности. Так что с помощью эксперимента вам просто нужно это сделать. Это похоже на то, как если бы у вас здесь был детектор, вы как бы пытаетесь измерить рассеянный свет отсюда на детекторе. И вот профиль интенсивности, который вы измеряете как функциональное положение Z частицы. Все в порядке. А в конце у тебя есть данные, которые ты можешь получить в детекторе по рассеянному свету. И на основе этих данных ты можешь как бы определить траекторию движения этой частицы. Почему это так важно? Почему это лучше, чем стандартная микроскопия? Ведь при стандартной микроскопии я имею дело с изображениями, не так ли? Изображения могут быть сделаны со скоростью 100, 200, 300 кадров в секунду, в то время как этот сигнал является чисто электронным. И подключен к датчику, который, да, собирает интенсивность света, я могу измерить эту траекторию на гораздо более высоких частотах, например, в сотнях килогерц. И еще одно преимущество заключается в том, что это очень сложно рассчитать, даже если есть глубина резкости. Если у вас есть частица, которая то попадает в фокус, то выходит из него, то очень сложно вычислить Z-положение частицы по данным микроскопии и изображению, не так ли? Координаты X и Y можно отследить с некоторой точностью, даже если они не так высоки, как у такой системы. Но здесь нас интересует в основном Z-составляющая, потому что мы как бы проводим эксперимент с частицей вблизи стены, хорошо? И что же мы наблюдаем? Мы наблюдаем за перемещениями частицы, хорошо? В коротких временных масштабах, а также в длительных временах, немного длиннее дельта ТМ. То, что я здесь меняю, это временной шаг. И вот здесь вы видите распределение положения частиц. Смещение положения полностью симметрично, если я смотрю на частицу за очень короткое время. Но как только я смотрю на частицу в немного более длительном временном масштабе, ты видишь, что она как бы значительно искажена по сравнению с тем, что мы ожидаем, не так ли? Почему это происходит? Это происходит из-за того, что частица меняет коэффициент слияния. Она движется намного быстрее, если находится здесь, не так ли? А если она движется намного меньше, если находится ближе к поверхности, то возникает асимметрия. Почему же она не проявляет такого же сильного поведения в нижней части? Нет. Это просто разница в исходном положении. Таким образом, эта частица находится дальше от поверхности. Хорошо, та частица, что находится на дне, находится дальше от поверхности. Если сравнить ее с этой так, чтобы она была затронута, то эффект будет меньше. Тебе все ясно? Так что давай посмотрим. Давай предположим, что я хочу рассчитать силу, действующую на эту частицу. Хорошо, как функцию расстояния, как функцию расстояния частицы от поверхности. Для этой частицы это очень просто, потому что мы можем рассчитать это, потому что существует только сила тяжести, направленная вниз. И существует взаимодействие между стеклянной поверхностью и моей частицей. Вот это и есть отталкивающее взаимодействие. И я могу рассчитать это теоретически, и я почти уверен, каковы ожидаемые значения силы, которые я могу измерить. А вот и результаты, полученные с помощью экспериментальных значений силы. А вот и результаты, полученные с помощью трех различных методов. Один из них первый заключается в том, что я могу получить распределение этой частицы, не так ли? У меня есть распределение положения, и я могу предположить, каким должен быть потенциал. Я как бы применяю распределение Больцмана, которое заключается в том, что p от z должно быть пропорционально и минус p от z деленное на КБТ, не так ли? Это и есть правило Больцмана. И мы действительно предполагаем, что температура остается постоянной. Это очень важно. Это справедливо только в том случае, если система находится в равновесии. А это означает, что температура во всем пространстве остается постоянной, как это и происходит в данном эксперименте. И я могу как бы из этого распределения получить потенциальную энергию и вывести производную от нее. И это называется методом равновесного распределения. Так что у меня есть распределение, исходя из которого я могу могу рассчитать потенциал, потому что я знаю, что оно должно подчиняться распределению Больцмана. А затем, если я знаю, что энергия зависит от высоты, я могу рассчитать силу. У тебя есть вопрос? Нет. Все в порядке. Вот один из способов. А другой заключается в том, что я действительно могу рассчитать силу в соответствии с перемещениями частицы. Я каждый раз проверяю, как я только что показал тебе, где находилась частица, а затем она переходит к следующему шагу. И я могу сделать это двумя разными способами. Хорошо? Первый способ заключается в том, что я могу смотреть на частицу много раз, когда она находилась в этом ящике, и проверять, куда она переместилась на следующем временном шаге, и вычислять силу в соответствии с этим. Верно? И вот теперь у меня получаются эти сплошные круглые диски. Ты видишь измеренные значения силы. Это не так, это не согласуется с методом равновесного распределения. Это также не согласуется с теоретическими ожиданиями. Это происходит из-за этого ложного дрейфа, который здесь происходит. Это наводит меня на мысль, что это сила, действующая на частицу здесь, но это не та самая сила. Эта асимметрия смещения происходит из-за того, что ее коэффициент диффузии изменяется в пространстве. Разве это не ясно? И как же мы можем с этим справиться? Вместо того, чтобы использовать этот подход, хорошо, я воспользуюсь следующим. Я как бы повторяю одно и то же много раз, когда частица находилась в этом ящике. И вместо того, чтобы проверять, куда отправилась частица, я проверяю, откуда эта частица пришла сюда и где она находилась определенное количество времени назад. И для этих частиц я как бы вычисляю смещение, с которого эта частица пришла в эту точку. Я как бы меняю свой подход и вычисляю силу, действующую на частицу таким образом. И в этом случае я как бы получаю такой метод дрейфа, когда альфа равна единице. И это дает мне правильные и правильные значения силы, действующей на частицу. Все в порядке. Это связано с тем, что при стохастическом интегрировании с использованием метода ИТО, так называемая альфа-функция равна нулю. То есть мы берем значение от начала функции любой функции, действующей на частицу. Это относится не только к тебе. На эту тему есть очень хорошая обзорная статья, которую Ян Вер и Джованни написали вместе. Речь идет о том, чтобы проанализировать подобные вещи. Подобные эффекты происходят не только в системах такого типа. Это всего лишь система и эксперимент, который представляет ее в прекрасном виде. Так что все это основано на интуиции. Мы понимаем, что происходит. Мы разбираемся в физике. Мы знаем, почему такого рода асимметрии не должны отражаться на распределении вероятностей, потому что это одна и та же температура. Так и должно быть. Если она находится в равновесии, то распределение должно масштабироваться в соответствии с потенциальной энергией. То же самое относится и к этой проблеме. Если у меня есть частица браунинга, которую я оставляю здесь при постоянной температуре, то она должна иметь плоское распределение. Но в чем разница между моделированием чрезмерно затухающей частицы и изменением только коэффициента диффузии в зависимости от температуры? Как функции пространства я действительно не буду наблюдать. Я буду наблюдать что-то вроде этого, не так ли? Что меняется в реальности, когда у меня есть переход от имитирующей системы к реальной системе в реальной симуляции или в реальной жизни? У меня есть, скажем так, что является ли мое уравнение похожим на уравнение Ланжевина с избыточным затуханием? У нас есть простое число x, которое равно минус гамма точки x. Это производное от по времени, а затем квадратный корень из двух d умноженных на w. Прямо здесь я могу проверить, могу ли я сказать, что мое w является функцией расстояния e или мой коэффициент диффузии равен функции от x. Хорошо, конечно, здесь мой коэффициент диффузии, если он является функцией от x, то есть еще и температура. Моя диффузия часто зависит от температуры. Так вот, каков мой коэффициент диффузии здесь для стандартной частицы Браунинга? Это гамма излучения в 2 килобайта, не так ли? Если это изменение происходит из-за изменения температуры, то это совсем другое дело, потому что в таком случае мы не меняем этот термин. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да, мы не меняем этот термин. И если он меняется из-за изменения температуры, то это изменение касается только этого термина, а не термина трения. Вам это ясно? Кстати, это не x. Да. Но если она меняется из-за изменения трения или свойств жидкости вязкости, то именно гамма-член здесь каким-то образом влияет на коэффициент диффузии частиц и это связано с конфигурацией пространства. Это часто гамма-излучение, которое изменяет эффективное трение или вязкость, действующую на частицу, из-за того, что она находится близко к поверхности или любой другой границе. Другой, более крупной частица, бла-бла-бла. Это может произойти и в том случае, если у вас есть две частицы, которые находятся очень близко друг к другу. Например, если подумать о двух сферических частицах, которые приближаются очень близко друг к другу, то они как бы значительно ограничивают движение молекул жидкости между ними. Так что их коэффициент диффузии, а значит и их гамма. Это гидродинамическое соотношение между этими двумя частицами, которое будет меняться по мере того, как они будут изменять расстояние между частицами друг от друга. Не так ли? Однако, если температура остается постоянной, то мы знаем, что должны выполняться все законы распределения, вытекающие из физики. Конечно, если температура не является постоянной, то мы можем наблюдать такое же поведение физического распределения и внутри. Это также может быть физически обоснованным, а это означает, что меняется только ступенчатое распределение, а не трение или вязкость. Это создает асимметрию и в реальных распределениях. Мы получаем нечто подобное, и это называется термофорезом. Ты можешь посмотреть наверх. Если у нас есть жидкая среда или воздушная среда, и у нас есть тепловой градиент, то температура на этой стороне комнаты выше, чем на этой стороне комнаты. И ты заметишь, что с течением времени частицы будет вытеснены с более высокой точки доступа. Они отправятся в холодные районы. Это происходит потому, что когда они находятся в горячей среде, их эффективный коэффициент диффузии значительно увеличивается, но вязкость остается постоянной. Это приводит к асимметрии в реальной жизни. Однако в случае броуновских частиц, если коэффициент диффузии меняется из-за изменения гаммы, то здесь это та же самая гамма. Так что вот в таком роде. Это происходит потому, что мы действительно можем разделить это уравнение на гамму и поместить это здесь, не так ли? Но это не так. Это операция деления в реальности, как мы это делаем просто в нотации стохастического дифференциального уравнения. Приводит к дополнительному члену, который решается в такого рода обзорной статье. В этом нет ничего очень-очень сложного, это всего лишь одна несколько строк теоретического вывода, которые приводят к еще одному термину, который переводит мою систему из одного состояния в другое, и мне приходится исправлять этот дополнительный термин. Если эта гамма излучения меняется, okay? все в порядке. Эта глава посвящена только этому. И ты видишь, что это именно то, что нужно. Да, на самом деле именно такого подхода мне и следует придерживаться. Потому что если я возьму эту альфа величину равной единице, то это учитывает поправочный термин. И я имею в виду, что ты можешь либо добавить этот поправочный термин в свою математическую формулу, либо принять альфа величину равной единице. Что это означает, что вы как бы вместо того, чтобы делать следующий шаг там, где частица находилась в этом положении. Смотрите на то время, когда частица была здесь, и проверяйте следующий шаг. Посмотри на время, в течение которого частица находилась здесь, и проверь, откуда она пришла в эту точку. Таким образом, мы как бы меняем наш подход к проблеме и можем ее исправить. И мы видим, что экспериментальный материал и это одна и та же ссылка. Извините, что я здесь что-то упустил, но это одна и та же ссылка на одну и ту же статью здесь. Хорошо, значит, это можно исправить с помощью измерения силы. Тебе все ясно? Так что очень важно, меняется ли коэффициент диффузии из-за изменения температуры, или из-за изменения коэффициента трения, или из-за изменения вязкости, хорошо? Если это связано с жидкой средой или ограничением, например, это может быть связано с тем, что частица находится вблизи стенки или две частицы находятся близко друг к другу. Это происходит из-за конфигурации пространства, которое является ограничением для молекул жидкости. В уравнении меняется именно коэффициент трения, коэффициент сопротивления. Ситуация меняется в обоих этих аспектах. И в конце концов, если задуматься о распределении броуновской частицы, то гамма-излучение здесь не играет никакой роли это всего лишь потенциальная энергия, деленная на КБТ. Даже если гамма-излучение меняется в пространстве, это не должно влиять на распределение частицы. Однако, если температура меняется в зависимости от координаты, если меняется только температура, это приведет к дрейфу в движении частицы. И это также экспериментально обосновано и имеет отношение к делу. Люди уже измеряли это явление. Люди используют это для экспериментальных установок и манипулирования частицами даже в микроскопической среде. И этот эффект называется термофорезом. Так что эти две вещи немного отличаются друг от друга. То, что мы обсуждаем в главе лекции книги, связано с изменением коэффициента диффузии из за различные конфигурации пространства, когда частица меняет свое положение. Мы предполагаем, что температура остается постоянной. Хорошо? Тебе это ясно? У тебя есть какие-нибудь вопросы по этому поводу? Хорошо, тогда мы можем сделать паузу здесь и в следующей лекции поговорим о модели V-образного контроля. Речь идет о том, как частицы выравниваются друг с другом и как бы управляют этим коллективным поведением или движением.